Привычки корейцев, которые многих шокируют. В Корее принято громко чавкать. Этим вы показываете повару или хозяину дома, что вам очень вкусно и очень нравится. Корейцы будут очень рады, если, придя к ним в гости или на новоселье, вы подарите им туалетную бумагу. Они считают это практичным и полезным подарком. Если вы в Корее попадете в большое скопление людей, не удивляйтесь, если вас кто-то толкнет и не извинится за это, потому что это считается у них нормальным. А знаешь ли ты ответы на эти вопросы? Можно ли увидеть алмазы и бриллианты на рентгеновских снимках? Сколько весят облака? Какой толщины кожа слона? Чем питаются панды? Сколько лет Леонардо да Винчи доводил до совершенства улыбку Моны Лизы? Почему нельзя пить морскую воду? Натуральная морская вода непригодна для постоянного питья из-за высокого содержания в ней солей и минеральных веществ, для выведения которых из организма требуется намного больше воды, чем ее выпитое количество. Она может нанести вред для организма человека. Там могут содержаться вредные микробы. Может привести к отравлению. Факты, которые ты не знал. Правительство Китая запретило фильмы или шоу, которые показывают путешествия во времени. Новорожденные не могут плакать слезами. Первую слезу маленькие люди пускают в возрасте от 1 до 3 месяцев. Некоторые животные бывают прозрачными. Например, стеклянная лягушка имеет прозрачный живот, и невооруженным глазом видно практически все ее органы. Ты точно этого не знал. Если вы будете жевать жвачку во время резки лука, то вы не заплачете. Щенки далматинцев рождаются без пятен. Вороны умеют качественно имитировать человеческую речь. Мангалица – это единственный вид свиней, покрытый длинной шерстью, похожей на овечью.